Всем привет, вас приветствует игровой канал Saiyan Game Afternoon Pile, и вы смотрите обзор модов на GTA Sunrise. Ну что ж, это, по-моему, 113 выпуск. В этом выпуске я взял мод, который называется «Новогодняя шапка», и который добавляет новогоднюю шапку в GTA Sunrise. Эту шапку можно купить в магазине Бинка. Давайте зайдем, купим. Посмотрим на нее, как она выглядит. Так. Заходи, Сидоджи. И находится она у нас в разделе «Головные уборы». Шапочка. Ой, нет, не шапочка. Так, это не то. Давай эту арабскую беретку. Передевай. Вот она, кепка перевозчика она. И вот, в принципе, как она выглядит. Такая вот новогодняя шапочка. Сейчас мы детально рассмотрим. $5 стоит. Давай, Сиджей, выходи. Такой новогодний мод. Так. Выходим. И давайте здесь рассмотрим ее. Вот, в принципе, как она выглядит. Модель очень хорошая. Ну и, в принципе, текстура тоже нормальная. Да, очень круто. Ой-ой-ой, кто-то стреляет. Пальба. Блин, тут мой моцик спёр. Ну а так, в принципе, шапка, кстати, очень довольно-таки хорошая. Какой поближе даже вот так вот давайте покажу. Бомбончик висит. Он, правда, там что-то с ухом. Или... Нет, мне кажется... Хотя нет, что-то с ухом точно есть. Со стороны вроде ничего, а вот с этим стороны что-то там с ухом, по-моему. Ну что ж, вот такой вот довольно-таки новогодний и крутой мод на одежду. Ну, заменяет он всего лишь одну шапочку. Но для новогодних модов, в принципе, пойдет. Ну что ж, а на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока.